Три знака зодиака, которые не прощают ошибок. Ошибаться – это человеческое. Но не все люди способны прощать ошибки других или своих. Некоторые знаки зодиака имеют такой характер, что они не могут забыть или простить обиду, предательство или неверность. Они могут долго носить в себе обиду, жажду мести или чувство вины. В этой статье мы расскажем о трех знаках зодиака, которые не прощают ошибок. Скорпион. Скорпионы – это одни из самых страстных и интенсивных знаков зодиака. Они очень ценят своих близких и преданных людей. Но также очень боятся быть преданными или обманутыми. Скорпионы не могут прощать ошибок, которые нарушают их доверие или уважение. Они могут долго хранить в себе злобу и желание отомстить за обиду. Скорпионы не любят показывать свои слабости или секреты, поэтому они могут скрывать свои истинные чувства и мотивы. Скорпионы могут быть очень манипулятивными и хитрыми, чтобы добиться своего или нанести боль тому, кто их обидел. Козерог. Козероги – это одни из самых ответственных и амбициозных знаков зодиака. Они очень целеустремленные и трудолюбивые, и стремятся к совершенству во всем, что они делают. Козероги не могут прощать ошибок, которые мешают им достичь своих целей или подрывают их авторитет или репутацию. Они могут долго помнить и упрекать себя или других за неудачи или промахи. Козероги не любят рисковать или экспериментировать, поэтому они могут быть очень консервативными и скептическими. Козероги могут быть очень строгими и требовательными к себе и другим, чтобы поддерживать высокий уровень качества и эффективности. Лев. Львы – это одни из самых ярких и харизматичных знаков зодиака. Они очень гордые и уверенные в себе, и любят быть в центре внимания и получать комплименты и похвалы. Львы не могут прощать ошибок, которые унижают их достоинство или угрожают их лидерству или популярности. Они могут долго обижаться или злиться на тех, кто критикует их или конкурирует с ними. Львы не любят признавать свои ошибки или извиняться, поэтому они могут быть очень упрямыми и самонадеянными. Львы могут быть очень эгоистичными и деспотичными, чтобы подчеркнуть свое превосходство или власть. Ошибки – это неизбежная часть жизни, но не все люди могут их прощать. Некоторые знаки зодиака имеют такой характер, что они не могут забыть или простить тех, кто их обидел или предал. Скорпионы, козероги и львы – это три знака зодиака, которые не прощают ошибок. Они могут долго носить в себе обиду, жажду мести или чувство вины. Это не значит, что эти знаки не могут иметь друзей или любовников. Но они должны быть более открытыми, прощающими и снисходительными в своих отношениях с другими людьми. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.